Добрый вечер! И с вами вновь игровое шоу для всей семьи «Энергия. Удача». Мы приветствуем вас всех на телеканале Рика ТВ в это воскресенье. Надеемся, что погода нас будет радовать всю предстоящую неделю и наши сегодняшние участники. Кстати, соведущей сегодняшнего эфира со мной будет менеджер торгового дома «Энергия» Юлия. Тот, кто часто ходит и передвигается, и вообще заходит в торговый дом «Энергия», Юленьку, наверное, знает очень хорошо. Все расскажет, покажет, объяснит. Ну, а наши участники уже готовы выигрывать денежные подарки, не зарабатывать оценки, как в школе, или как баллы в других учебных заведениях. Посмотрим, насколько сегодня они покажут свои интеллектуальные знания. Наш генеральный партнер торговый дом «Энергия» желает вам отличного настроения. И это игровое шоу «Энергия удачи». Слушай, а я все никак не могу задать тебе вопрос. Какой предмет в школе тебе больше всего нравился? Английский. Английский. Do you speak English? Yes, I do. А еще Юля отличный хореограф. Она не только может, да, говорить и предлагать товар. Вот я, я честно обычно как делаю? Приезжаю в торговый дом «Энергия», беру первого попавшегося электрика и говорю: поехали посмотрим, что у меня там случилось. Уж поверьте, помощь оказывает сразу. Мгновенно. Да, а сейчас давай познакомимся с нашими участниками. Друзья, давайте поаплодируем друг другу. Здравствуйте. Вы тоже молодцы. Давайте расскажете о себе, чем занимаетесь, что любите, вообще нравится ли вам учиться. Меня зовут Адильжан, ученик 10 Б класса, средняя школа номер 26. Но интересуюсь политикой, миром. Серьезный парень. Любимый предмет, один из самых интересующих, это всемирная история, география, в чем я силен, биология, физика иногда. Что еще? Ничего себе. Молодец. А что делаешь в свободное время? Практически ничего. В основном все свободное время. И уроки. Молодец, красавчик. Что можно еще сказать? А расскажите о себе, леди. Здравствуйте, меня зовут Камила. Я занимаюсь танцами, люблю очень танцевать. В свободное время, обычно я люблю слушать музыку. В свободное время читаю книги. Так, Камилочка, а танцами профессионально занимаетесь? Стараюсь, да. А где, у кого? В Доме дружбы, спортивно-бальном. Отлично, молодец, молодец. Кстати, на следующей неделе на нашем канале стартует новое шоу, которое называется «Танцы». Посмотрите по субботам в 19:40 на Рика ТВ. А в других городах смотрите наш сайт, где также будет трансляция в регионах и в других также городах Казахстана. Давайте знакомиться с вами. Я Шакиров Тайган, учусь в нашей школе 10 Б. Также я сейчас нахожусь на обучении в школе юных летчиков. И сегодня мы принимали присягу. Молодец! Аплодисменты! Я хотел бы поблагодарить нашего бессменного руководителя Александра Константиновича Курбанова и пожелать всем юным летчикам удачи. Молодец! Здорово! Будущий летчик! У нас сегодня серьезные участники, это радует. Итак, ребята, давайте посмотрим, какие темы нас ждут в сегодняшнем эфире. Внимание на экран. Сегодня мы правильно отвечаем на вопросы по литературе, астрономии, географии, правила дорожного движения, музыка вокруг нас и новая тема «Кто это?». То есть на экране будет появляться фотография известной личности или какого-то персонажа. Вам нужно нажать на кнопку первым и ответить на вопрос. Теперь о правилах. У нас есть темы. И за каждый правильный ответ вы получаете денежный приз. Тот участник, который набирает наибольшее количество правильных вариантов, он может принять участие в суперигре. Главный приз – это 10 тысяч тенге. Если неправильно участник отвечает на вопрос суперигры, то вся сумма сгорает. Если вы не можете ответить на вопрос, то в игру вступают наши телезрители, которые могут звонить к нам в прямой эфир по номеру 222-333. Мы работаем в прямом эфире. Итак, Адильжан, пожалуйста, выбирай тему, потому что ты у нас первый сегодня. География. Вопрос по географии. Назовите самый тонкий и острый мыс. Нажимаем на кнопку. Мыс Игольного. Совершенно верно. Молодец. Выбирай тему. География. Вопрос по географии. Кратеры каких вулканов снежная королева в сказке Андерсена называла черными котлами? Итак, кратеры каких вулканов снежная королева в сказке Андерсена называла черными котлами? Один подскажем вам. Этна и... Этна один назывался вулкан, а второй... Везувий. Молодец. Действительно, Везувий. Умница, выбирай тему.
Кто это? Кто это? Итак, на экране сейчас появляется... Кто у нас появляется? Помните, брюки прямо. Опа! Дэвид Бекхэм. Нет. Джастин Тимберлейк. Молодец, Джастин Тимберлейк. Верно, молодец. Выбирай тему. География. Вопрос по географии. Какой континент пересекает все меридианы? Африка. Нет. Евразия. Тоже на букву А. Евразия. Нет. Тоже на букву А. Америка. Нет. Континент. Австралия. Антарктида. Все. Мы снимаем этот вопрос, потому что вы ответили правильно, но это у вас была вторая попытка, а у нас только одна. Это действительно Антарктида. Переход хода к вам, пожалуйста. Выбирайте тему. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Ну что, звучит композиция, нужно угадать и назвать ее верно. Либо исполнителя, либо название песни. Поехали! Это исполнительница, ребят. Ее зовут на букву... Не будем говорить на какую. У кого какие версии есть? А? У кого какие версии есть? Ильган. Валерия, Аня. Ильган. Камила. Адильжан. Это... Жасмин. Ну, нажимай на кнопку! Жасмин. Так тихо говорит, кто это? Жасмин. Жасмин, молодец! Это действительно правильный ответ. Выбирайте. Выбирай. Скажите, мы такие песни уже не слушаем, литература. Да? Литература. Итак. Какой писатель в молодости выступал под псевдонимом «Врач без пациентов»? Итак, это... Антон Павлович! Кто быстрее нажмет? Жак. Кто? Жак. А, нет. Антон Павлович. Антон Павлович. Ребят. Чехов. Молодец. Молодец! Чехов, верно. Выбирайте. Астрономия. Вопрос по астрономии. Самая близкая планета к Солнцу – это? Меркурий. Верно, это Меркурий. Выбирай тему. Чуть не успела. Астрономия. Какая звезда самая близкая к Земле? Солнце. Верно. Солнце. Выбирай тему. Литература. Какой герой Чуковского был самым страшным злодеем, а потом перевоспитался? А я болит. Правильно, давай, давай. Карабас. Тихо, тихо. Нет, сейчас. Мне нравится сегодняшняя игра, честное слово, я же уронил сценарий. Хорошо, поехали дальше. Выбирайте. Астрономия. Астрономия. Как называется часть атмосферы Солнца, видимая во время полных затмений? Корона. Верно. Молодец. Корона. Выбирай тему. Астрономия. Какую форму принимает любая жидкость невесомости? Шар. Молодец, шар. Но нажать надо было на кнопку, а то тебя Дильжан обгнал. Слушай, ну ты оторвался прямо. Да. Отлично, выбирай тему. Астрономия. А можно ли на лунной поверхности ориентироваться с помощью компаса? Нет. Совершенно верно, Адильжан, верно. Нельзя. Выбирайте, Адильжан. Кто это? Кто это? Внимание! Ой, ну этот, по-моему, самый популярный сейчас человек. Итак, внимание на экран. Стив Джобс. Совершенно верно. Что Стив Джобс сделал? Создал компанию Apple. Совершенно верно. Надеемся, что ты скоро... Александр Петрович, это наш оператор. Мы на Apple скоро работать будем? А? Да, кивает головой. Да нет, скоро будем работать или нет? Отлично, хорошо. Значит, скоро Рика ТВ будет работать на Apple. Дай бог, выбирайте тему. Кто это? Кто это? Внимание на экран. Слушайте, ну это уникальный человек. Известный баснописец и имя его... Крылов. Совершенно верно, Крылов. Выбирай тему. Камилочка, догоняйте. Правила дорожного движения. ПДД. Итак, на экране появляется знак. Что он означает? Пожалуйста. Ну это номер шоссе. Номер шоссе? Или километровый? Километровый показатель. Да, знак. Верно. Молодец. Засчитываем. Выбирайте тему. Астрономия. Вопрос по астрономии. На какой естественный предмет больше всего похожа наша Земля по своему виду? Яйцо. Молодец. Слушай, я даже не успел дочитать вопрос. Даже не дослушал, он уже знает ответ. На яйцо, верно. Итак, на этом тема астрономии у нас закрыта, потому что вопросы закончились. А теперь штурмовать будем географию, литературу, кто это, музыкальный вопрос и ПДД. Выбирайте тему. ПДД? ПДД. Ой, вот этот знак больше всего не люблю. Внимание. Это 100 метров, да? Верно, да. Техническое обслуживание автомобилей. Правильно. Молодец. Выбирай. ПДД. ПДД.
Это не главная дорога, конечно. Совершенно верно, умница. Выбирай тему. Давайте-ка... Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. А музыку дайте нам в студию, чтобы мы слышали и могли угадать. Первых нот. Не помню, как его зовут. Главное, сказал мне, не помню, как его зовут. Это «Восточные сказки»? Нет. «Араш»? Нет. Я подсказываю вам. Насекомое, ну не как-то вот... «Таркан»? Нет. Ну вообще-то я... Вы-то неправильно ответили уже на вопрос. Ну, поэтому мы не засчитываем, Юленька, отлично. Да. Потому что... Давайте играть по правилам, ребята. Давайте. Итак, переход хода к Адильжану. Адильжан, давайте. География. Вопрос по географии. В какой стране, по мнению героя чеховской свадьбы, все есть? Молодец, Греция, верно. В Греции, верно, молодец. Выбирайте. Я выбираю ПТД. ПТД. Хорошо. Вот этот знак. Внимание. Это вот поворот. Какой? Верно. Извилистый поворот. Ну какой это поворот? Крутой. Ну еще. И тем самым он. Опасный. Молодец. Поворот. Верно. Молодец. Выбирай. Правила дорожного движения. Еще один знак. Это поворот, да? Нет. Стрелочка. Ну, как, куда она направляется? Ну, куда она направляется? Прямо. Прямо. Движение прямо. Хорошо, засчитываем. Это действительно так. Движение прямо. Выбирайте тему. Литература. Вопрос по литературе. Мы хорошо идем, да? Государство Центральной Америки и его столица, которые можно носить на голове. Государство. Мексик. Нет, Камила. Можно носить на голове. Панама. Панама, да, верно. Выбирайте, Камила. Кто это? Кто это? Ой, ну давайте. Если кто физику знаете, это? Должны знать этого человека. Внимание на это. Ньютон. Верно. Молодец. Ну что ж, дорогие друзья, хорошо поиграли. Впереди суперигра. Кто будет играть в суперигре, мы сейчас посчитаем и определим. Остановитесь на красном. Проспект Санкт-Петербурга, 72. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас была по-настоящему жаркая игра, и это все благодаря нашим участникам Адильжану, Камиле и Ильгану. Ильган у нас вроде бы вначале как-то стеснялся, а потом вошел в раш и начал нажимать на кнопку, правильно отвечать на вопросы. Видно, поймал свою волну. Юлечка, давай подведем итоги, узнаем, что у нас получилось. Итак, Камила зарабатывает 1500 тенге. Браво, Камиле. Молодец. Ильгам зарабатывает 4500 тенге. И Адильжан зарабатывает 5000 тенге. И по правилам нашего проекта принять участие в суперигре может тот, кто набирает наибольшее количество правильных ответов. В данном случае, Адильжан, это вы. Вы готовы увеличить 5000 до 10? Увеличить, то есть 5000 и 10, это две разные вещи, да? То есть 10 больше, да? Конечно. Чем 5. Имейте в виду, если вы неправильно ответите на вопрос суперигры, вся сумма сгорает. С нашей студии вы уйдете без ничего. Хорошо. У ребят уже есть заработанные деньги. У Камилы 1500, у Ульгана 4500. У вас есть 5. Вы можете забрать их сейчас. Давайте, да, повысим. Повысим? Увеличим. Да. Будем рисковать. Да. Не боитесь? Да, нет. Уважаемые телезрители, чтобы все было честно, мы попросим вас позвонить к нам в прямой эфир по номеру 222-333. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Аселя. Аселечка, очень приятно. Итак, сейчас играем вместе с Адильжаном, учеником 26-й школы, 10-го класса. Адильжан у нас хочет стать политиком, и это неплохой выбор. Вы кем у нас хотите стать? Я? Или я вы уже? Я уже выбрал свою дорогу. Так, и кто вы? Я нефтяник. А, итак, нефтяники против политиков. Хорошо, работаем.
Итак, сейчас на экране видите темы. Мы вам объявим, какие темы принимают участие в проекте, какие нет. Итак, литература принимает, география принимает, ПДД, правила дорожного движения, принимает, музыка вокруг нас принимает. И кто это принимает? Какую тему вы выберете для Адильжана? Если он неправильно отвечает на вопрос, то сумма его сгорает, а 10 тысяч, возможно, выиграете вы, если правильно ответите на вопрос по этой теме. Хорошо. Давайте выберем «Музыка вокруг нас». «Музыка вокруг нас». Но только чтобы никто не подсказывал. А кто будет подсказывать? Ну, рядом стоящий. Нет, вы имеете в виду меня или Юлю? Не-не-не. Хорошо, хорошо. Ребят, договорились, да? Слышите телезрителя, реального, все. Чтобы было все по-честному. Да, итак, сейчас звучит композиция. Адильжан, не переживай, будет одна минута подумать. Итак, музыка звучит. Дослушаем, да, голос. Можно чуть погромче нам, пожалуйста. Как же мне? Все просто получается, мир маятник качается, а свет переключается. На-на-на. Тебе нравится эта группа? Да. Это группа Адильжан. На расстоянии быстрее. Ну все, достаточно, время пошло. Группа 112. Подумайте хорошо. Да. Вы правильно, в правильном направлении. Ну, это группа, да, но еще одно слово. Если вы его скажете, 10 тысяч ваших. Этаж, 112 этаж. Не подсказывай, город ребят. 300... А, не... Ну, правильно, начинаешь говорить. Город какой? Город 312. Ну, правильно! Молодец! 10 тысяч тенге, он такой... Испуганный. Город 312, это группа называется. Спасибо, спасибо нашему телезрителю, спасибо вам, друзья, за участие. Адильжан, мы попросим вас остаться, потому что у нас впереди еще розыгрыш среди покупателей торгового дома «Энергия». Камила и Ган, вам успехов, приходите еще, мы доступны в социальных сетях, поэтому можете оставить нам свою заявку и прийти также поучаствовать еще в следующей программе. Новые темы, новые участники, ну а политиков просим остаться. Нефтяники, не унывайте, вы выиграли то, что вы дозвонились к нам, спасибо огромное. Друзья, будьте с нами на Рика ТВ. Итак, в этом шаре отрывные купоны всех участников акции от торгового дома «Энергия» и проекта «Энергия удачи». Еженедельно, приобретая продукцию в торговом доме «Энергия», вы получаете отрывной купон с номером. Далее этот купон принимает участие в розыгрыше еженедельных подарков. И вот сейчас мы открываем наш лототрон и помещаем в него все отрывные купоны, а наш победитель сегодняшний вытянет только одного счастливчика. А этот счастливчик уже завтра сможет получать подарки. Мы хотели бы уточнить еще один момент, пока все загружаем в наш лототрон. Уважаемые участники, кто приходит к нам в студию, и их родители, которые непременно также переживают, имейте в виду, что выигрышные деньги вы можете получить только в будние дни. Суббота, воскресенье – это выходные дни. И за всю историю нашего телепроекта мы никогда не отдавали деньги в воскресенье или в субботу. Примите на заметку, и мы надеемся на ваше взаимопонимание. Спасибо. А теперь вращаем барабан. Да. Потому что были случаи, когда приходили в выходной день в торговый дом «Энергия», мы стараемся каждому участнику объяснять, что выигрыш можно забрать только в будние дни. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Итак. С 9 до 6. 6. Достаем счастливый билетик. Точно так же и с подарками. И счастливый номер. Счастливый номер. Зачитай, Адильжан. 015-041. 015-041. Если у вас есть такой отрывной купон, мы вас поздравляем, и вы становитесь обладателем хорошего подарка торгового дома «Энергия». Адильжан, тебе спасибо за участие. Передаем Юле, потому что она это будет все контролировать. Ну, как? Теперь политик
Не забудешь нас? Вспомнишь? Нет, ни за что. Вспомнишь? Да. Отлично. Друзья, всех вам благ, хорошей недели вам. Пусть понедельник начнется только с позитивных ноток. Берегите себя и свое здоровье. И чтобы плохого у вас не произошло, всегда держитесь. Ведь все, что нас не убивает, делает нас еще сильнее. До встречи на РИКО ТВ ровно через неделю в проекте «Энергия удачи». Удачи. До свидания.